Привет-привет! Вы на канале «Зеленый огород». С вами Елена. Сегодня хочу поделиться с вами очередным очень вкусным рецептом на зиму из огурцов. Он называется «Огурцы в собственном соку с горчицей». Для этого понадобится 2 килограмма огурцов любого размера. Также понадобится 3 головки чеснока, полстакана сахарного песка, полстакана 9% уксуса, 3 столовых ложки соли, полстакана растительного масла, 1 столовая ложка белой горчицы и 1 столовая ложка черного мелкого перца. Ну что ж, начинаем. Берем огурцы и отрезаем с двух сторон самые кончики. А дальше я его просто режу на 4 части. И еще раз пополам. Вот получаются вот такие брусочки. И нарезаем так все огурчики. Чеснок вот такими небольшими слайсами. Все порезала. И теперь сюда всыпаем все ингредиенты. Сахарный песок, соль, горчица, уксус, подсолнечное масло, чеснок. И без горки 1 столовую ложку черного молотого перца. Вы можете класть и меньше, но я хочу сказать, что этот перец вообще потом не будет ощущаться. И теперь все руками перемешиваем, чтобы все ингредиенты очень хорошо у нас подружились. Все, я все хорошо очень перемешала. А теперь нужно поставить какую-нибудь тарелку и обязательно задавить грузом. Не нужно брать очень большой груз. Если будет, предположим, 3-литровая банка, она нам потом просто раздавит огурцы. Нужно, чтобы они сохранили форму и чтобы они потом были очень хрустящие. Поэтому я вот на 2 килограмма огурцов взяла 1-литровую банку с обычной водой. Ну что ж, ждем, пока это все у нас постоит 8-10 часов. Ну что ж, прошло 8 часов. И посмотрите, как сейчас выглядят огурчики и сколько они вылили сока. Хочу сказать, что после 8-10 часов, как вот огурчики маринуются, вы их уже смело можете кушать. Они такие вкусные, их можно в принципе с вечера сделать и на следующий день, если у вас ожидаются гости, уже выставить это блюдо, эту закуску на стол. Они очень хрустящие, сейчас вам покажу. Вот так они хрустят. Очень это все вкусно, но теперь этот салат хочется сохранить еще и на зиму. Поэтому мы сейчас их будем разливать по стерилизованным банкам, закручивать стерилизованными крышками, прикрывать и ставить в кастрюлю. И после закипания будем кипятить их, стерилизовать ровно 10 минут. Я сначала всегда раскладываю огурчики, ну а теперь просто доливаем сюда сок огурцов. Все, готово. Ну и закрываем стерилизованной крышечкой. Не закрываем, а прикрываем. Вот так прикрыли и сразу же ставим в кастрюлю, где будем стерилизовать. Из 2 килограммов огурцов у нас получилось 4 пол-литровых баночки, 2 полных литра. Теперь я сюда вниз кастрюли обязательно прокладываю салфетку и заливаю горячую воду из-под крана, чтобы у меня она быстрее закипела. Видите, порог идет. И доливаю ровно до плечиков. Вот так вот. Теперь мы это ставим на огонь. Кипятим ровно 10 минут. Больше кипятить не нужно, иначе огурчики сварятся и будет не очень вкусно. Они не будут хрустеть. Прошло 10 минут, как стерилизовались наши банки. И теперь их просто достаем. Очень горячие, будьте аккуратны. Закручиваем плотно. И переворачиваем. Ну вот и все. Наши огурчики готовы. Посмотрите, какие они красивенькие. Какие они вкусные. Если кто-то еще ни разу такого не делал, попробуйте, вы не разочаруетесь. Вы знаете, они вкусны хоть в повседневный день. Там с пюре, с котлеточкой. Просто пальчики оближешь. И также эта закуска украсит любой праздничный стол. И могу по секрету открыть, что эти огурцы улетают за несколько секунд. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!